Я на почте. Мне несут мою посылочку. Ого. Тогда. Сейчас я ей получу. Все, получила. Красота. Получили посылку. Принесли ее домой. И распаковываем. Сейчас посмотрим, какая у нас там приехала игрушка. Ой, как интересно. Что там такое привезли? У меня тут кино старинное идет. Громкость погромче. Класс вообще. Та-та-та, Афина! Йоу! Это случилось. Мы открыли посылку. О, нам как раз для яблок газета нужна была. Спасибо, Алексей, спасибо за газетку. Это то, что нужно. Вот это упаковано, конечно. Обалденно. Достаем, да? Достаем. Вот она, долгожданная. А, как же? Надо пощелкать обязательно. Пока не распечатали. А, красота. Так. Открыли. А, отлично. Вот эта упаковка, конечно. Шикарно. Мостовский. И что же находится в этой волшебной коробочке? Еще упаковочка. Так. Барабанная дробь. Друзья, я волнуюсь, потому что эту игрушку я ждала 2 года. Я не верю своему счастью, если честно. Обалдеть. Вот. Вы только посмотрите. Вот это игрушка. Вот это шедевр. Я не верю своим глазам. Мы это сделали. Несмотря ни на что, ни на какие ситуации и коллапсы, эта игрушка у нас оказалась все-таки. Афина! Это что-то. Это вообще-то огонь. О, как красиво ты сейчас ее поставил. Ой, смотрите, какое личико очаровательное у бабули. А, какая она красивая. Такой торт у нее великолепный. И там вот тарелочки у деток, личико такое. Класс. Мне всегда было интересно, что там посередине какой-то шарик. Вот там вот посередине. Да, это, наверное, у деток шарик. Вот такой вот здесь интересный. О, классно! Вообще сказочная игрушка. Вот они там сидят за столиком. Вообще расписано изумительно. Вот это да! Это бомбическая игрушка, конечно. Она такая... А легкая какая! Слушайте, она просто вообще невесомая. Ого, я даже боюсь ее крутить в руках, если честно. Алексей, это просто очень круто. Спасибо огромное вам за эту игрушку. Это просто шедевр. Вау! Сейчас вечер. Хочется очень сильно... очень сильно закричать и сказать, это круто. Мы это сделали. Мама дорогая, не верю своим глазам. У нас эта игрушка появилась. Это чудо. Раз чудес, самое настоящее. Благодарны вам
от души. Спасибо, что вы нас немножко подождали. Шикарное. Все. Спасибо большое. Всем пока-пока.